должны выбрать место для обороны и защищать императора, пока не прибудет подмога. Подмога? Почему ты думаешь, что она прибудет сюда опять? Раньше, чем здесь появятся эти ублюдки? Нам нужно вывести императора отсюда. Чёрт! Опять этот заключенный! Убейте его! Нет, не из них он. Он может помочь нам. Он должен помочь нам. Как приказ... Им не понять, почему я доверяю тебе. Они не видели того, что видел я. Как могу я объяснить? Слушай, тебе ведомы девять. Тебе ведомо, как направляют они наши... Служил я все... Я... Знаки, что читаю я, указывают на конец моего пути. Неизбежна смерть, и в срок придет. Звезды наши не... Сны мои не предвещают, но ты... Сны... Победа человека, но... Я к гибели своей иду. Пронзительнее музыки тот голос, что зовет меня. Проводишь ты меня немного, затем расстаться мы должны. От тебя тоже может быть польза. Вот, неси этот факел, держись ряд. Мы телохранители императора. В нашу задачу входит защищать его в ситуации, подобной этой. Хотя, должен признать, все идет не совсем по плану. Моя работа — вывести императора отсюда живым, и я это сделаю. Держись поблизости и дай нам выполнять нашу работу, и все будет в порядке. Я не спускаю с тебя глаз, заключенный. Император в опасности! Уже близко. Защищайте императора! Вас поглотит обливион! Защищайте императора! Поглотит обливион!
Стой! Мне это не нравится. Нужно осмотреться. Похоже, все чисто. Идем. Мы почти дошли до канализации. Черт! Эта дверь заперта с другой стороны! Это ловушка! А как насчет бокового прохода? Вон там! Можно попытаться! Пошли! Они сзади! Подождите здесь, Ваше Величество! Жди здесь вместе с императором. Охраняй его даже этот ценой мой! Своей жизни. За императора! Мы так легко сдадимся? Я не могу идти дальше. Тебе в одиночку придется противостоять принцу разрушения и его смертным слугам. Амулет королей не должен достаться ему. Возьми амулет. Отдай его Джоффри. Он один знает, как найти моего последнего сына. Найди его и затвори накрепко врата Обливиона. Это все, что... Ты... Нет. Мы подвели его. Я подвел. Клинки поклялись защищать императора. А теперь он и все его наследники мертвы. Амулет. Где амулет королей? Его не было на теле императора. Странно. Он что-то увидел в тебе. Поверил в тебя. Говорят, это драконья кровь, что течет в жилах каждого септима. Они видят больше, чем обычные люди. Амулет королей — это священный символ империи. Большинство полагает, что символом является корона красного дракона, но она всего лишь драгоценность. Этот амулет обладает силой. Говорят, его может носить только истинный наследник трона. Император, должно быть, отдал его тебе с определенной целью. Он сказал, с какой? Джоффри? Он так сказал? Зачем? Никогда не слышал ничего подобного. Но если кто и знает об этом, то только Джоффри. Он грандмастер моего ордена. Хотя ты этого не подумаешь, встретив его. Он живет тихой жизнью монаха в приорате Вейнон около города Корл. Сначала тебе нужно выбраться отсюда. За этой дверью вход в канализационную систему. Это за запертыми воротами. Мы как раз туда и направлялись. Это тайный выход из имперского города. Или предполагалось, что он тайный. Вот. Тебе понадобится этот ключ, чтобы открыть последнюю дверь, ведущую в канализационную систему. Там тебе встретятся крысы и гоблины. Но судя по тому, что я видел, могу предположить, что тебе достанет твоего опыта как монаха. Я прав?
Да? Никогда б не догадался. Как бы то ни было, не думаю, что у тебя будут проблемы с крысами и гоблинами. Тебе следует доставить этот амулет Джоффри. Не мешкай, сразу направляйся в приорат Вейнон. Понятно? Не волнуйся так. С тобой будет все в порядке. Я понимаю, на тебя свалилось сразу столько всего. Но уж если кому и пристало удивляться, так это мне. Я отправляю сбежавшего заключенного с амулетом королей. Но император доверил его тебе не просто так. А я верю в нашего императора. Амулет королей нужно доставить Джоффри в приорат Вейнон. Он знает, что с ним нужно делать. Джоффри должен знать, как найти наследника императора. Амулет нужно доставить наследнику императора Уриэля, тогда новый монарх может быть коронован. Я останусь здесь охранять тело императора и прослежу, чтобы никто не последовал за тобой. Тебе нужно отправляться в путь. Да пребудет с тобой Талос.